Всем добрый день, друзья. Мы с вами по-прежнему в городе Сочи, в районе отеля Звездный. И я хочу вам показать красивейшую такую клумбочку. Вот такую красоту в центре города. В конце января. И также хочу поблагодарить Галину Викторовну, мою подписчицу на Яндекс.Дзене, за помощь, оказанную мне в перспективе на приобретение ЖК. Я имею в виду коптера. Огромное спасибо. Большое человеческое. Сегодня, кстати, у нас юбилей канала. Так получилось, что я вот в Сочи. Поэтому показываю эту красоту. Очень хочется мне показать вам речку Сочи сейчас. Особенно интересно посмотреть на то, как живут чайки в зимних условиях. Смотрите, какая река Сочи. Я не так давно вам ее показывал. Она стала полноводной. Если летом ее можно было перейти практически пешком, дети купались вот там вот это именно внутренней части реки, то сейчас вот достаточно. О, тут елки палки, смотрите, как они близко. Сочинские чайки немножко смелее латвийских и подпускают себе гораздо ближе, как видите. Не бойся, не обижу. Смотрите, как она близко разрешила мне подойти. И самое интересное, посмотреть на меня. Попробую приблизиться. Я сейчас на удаленном режиме, поэтому чайка вам может показаться несколько далеко от меня. На самом деле она подпустила меня очень близко, менее чем на метр. Галина Викторовна, это для вас. Привет от чайки и от меня. Большое вам спасибо. Дальше уже стоит, дальше убегать некуда, только лететь. Ну, чайка принял такое решение. Я хочу вам показать остров чаек посреди реки Сочи. Обратите внимание, вон там он. Такое бетонное основание острова, и вот на ней прямо расположились чайки. Сидят в дружной колонии, так сказать, чаек. Биологический код города Сочи. Я не знал, что это есть. Замеряет, видимо, тут температуру воздуха, ветра. Ну и как тут с водой. Высоту воды, вот видите, как они меряют. Специальная штука тут. Дин-дин-дин-дин-дин. А вот этот таинственный остров поближе. Сейчас перейдем в ближний режим, момент. Надеюсь, вам так будет чуть-чуть получше видно. Вот цельная колония сидит. Прикольно шумит река Сочи. Можно даже снимать релаксы, но это, может быть, не очень красиво. На природе все гораздо краше. А вот вторая колония чаек тут тоже. Ну тут уже природный островок. А вот вам видно весь Сочи. Вся прямо в центре города такой вот живописный оазис. К сожалению, денек достаточно дождливый. Как в Сочи, так и лазочка все льет, льет, льет. Вот смотрите, девчонки тоже фотографируют и чаек поближе, и травку. Люди гуляют, несмотря ни на дождь, ни на что.
Ну, я на этом буду заканчивать этот ролик. Всем говорю до свидания, всем до новых встреч. Огромное спасибо всем за помощь при обретении нового ЖК. Всем пока.